пару раз на море, да, а так еще лета, в принципе, еще и не было вроде, да? А какие планы на оставшееся сейчас лето? Море. Все по морям. Куда собираетесь поехать? Шипалово, Ливадия, да. Я не отдыхала этим летом, я работаю этим летом. А на оставшееся сейчас лето какие планы? На оставшийся месяц лета еще одного уехать за город в Ливадию, в Андреевку, куда подальше. Только на море. А на море где именно? Ну, здесь, поблизости, и также на набережной. А на оставшийся сейчас лето какие планы, где хотели бы отдохнуть? Наверное, нигде не получится. Сегодня уже уезжаем, а так мы побывали почти везде. На Попова ездили на остров, на Шамару, на Русский. А понравилось, с Хабаровска. А на оставшиеся сейчас лето какие планы? Как еще хотите отдохнуть? Домашние дела там у нас еще остались. Займемся домом маленько, а потом на работу. На Ханке. Очень здорово было. База-навигатор. Нам все понравилось. А еще планируете куда-то поехать? Да, конечно. Ну, пока в планах Андреевка, а дальше посмотрим. Лето необычно жаркое почему-то. Сначала дождливое, потом жаркое. Отдыхать так, перемежаем. Отдых с трудом. Дача. Еще мы делали вояж. Ездили на машине в Хабаровский край. И дальше за Комсомольском, ну, к могиле, на могилу к маме. Вот, что мы увидели в этой дороге, по этой дороге, когда ехали. Ну, во-первых, вода была необычная, высокая во море, все реки были затоплены. Отдыхать как бы так не пришлось, чтобы вот просто расслабиться, поскольку насекомых много, всяких разных, которые портят вообще настроение летнее. Вот, но интересны были встречи, разные люди, новые места. Этим летом я ездила в лагерь на вторую смену, а затем снималась в кино. Кино очень интересно. А что за кино, можешь рассказать? «Пока цветет папоротник», вторая часть. А вот. На оставшуюся часть лета какие планы? Уехать куда-нибудь за границу, либо на курорт, там, в Шмаковку, не знаю, еще куда-нибудь. Уеду на Урал, на речку Белую ловить рыбу будем, потому что здесь рыбу камбулу уже все переловили.